Привет. Газировку с апельсиновым сиропом, пожалуйста. Она, наверное, думает, что я так долго уже здесь околачиваюсь, что моя печень уже ничего не принимает. Газировка или смерть? Я написала эти стихи, когда заболела малярией во время моего пребывания в Камбодже. Культя цвета тикового дерева, перенасыщенное проклятиями, дыхание птицы через пропасть и из нее. Мой следующий стих называется «Паутина». Паутина, ложь и взор в паутине. Туда попадаются виновные, и с каждым разом ты пытаешься разорвать ее. Снова и снова паутина. Странно, да? Чем хуже стихи, тем больше аплодируют. Ну что, как у нас дела? Давайте сделаем это! Белокурый эльф из Патмоса. У него не было никаких шансов. Ты сосешь член, кричал я в бледное ухо Авроры. Но пока мы мяли простыни, его подмышки загорели. Он появился на свет там, где солнце никогда не светит. Есть здесь кто-нибудь? Поехали! Прекратите! Теперь я понял, что искать свою аудиторию я должен другими способами. Я стану таинственным.